68 килограмм весит. Это жопа. Просто. Куда я жмал? Добрый вечер. Так, где я нахожусь? Вот она я. Плохо, да, видно? Взяла парочку брюк из Озона, мне подошли. Вот эти вот темно-коричневые, очень приятная прохладная ткань. Может для дома, может для улицы, я решу потом. Мне главное выбрать то, что мне идет. И то, что мне удобно по всем фронтам. Размер подходит прекрасно. Такая ткань в рубчик, белье вроде как не видно. Мне нравится. Такие тонкие, ближе к лету. Опа, опа, опа. Танцор диско. Это теплые. Теплейшие. Такие трикотажные. И апельсины хорошие из Магнита. Но они такого сладко-нейтрального вкуса. И мандарины из Дикси. Они как миньолы. Я, наверное, в раю. Молочные макароны сладкие. Я в раю точно, говорю вам честно. У меня сейчас идет сложный процесс. В общем, в этот день было просто гигантское количество звонков, переговоров. Вымоталась. Еще и потому, что не получилось выйти из дома в связи с ними. А как же меня вы все заебали, блядь. Эти звонки бесконечные, блядь. Не рекомендую, блядь, продавать квартиру, это пиздец. Сколько раз все было переделано, сколько мест надо посетить, блядь. Сколько этих звонков бесконечных, этого мозгоёбства, блядь. Как я заебалась, блядь. Это пиздец, блядь. Как я заебалась, блядь. Звонок, 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 звонок. Надо это, надо то, ой, не надо. Ой, мы переделали, ой, мы не доделали. Ой, это тогда... Блядь, сначала определитесь нахуй между собой, а потом звоните, блядь. Нахуй вы меня втягиваете в это говно, блядь. Я уже нахавалась с покупкой, блядь. Нахуй вы меня с продажи в это говно втягиваете, блядь. Я в ахуе, блядь. Как это все сложно. Зачем, блядь? Но не для того ли нужен риэлтор, чтобы от всего этого оградить, блядь? Почему я во всем этом снова участвую? Ну какого хуя, блядь? Время 16:41, я планировала выйти куда-нибудь, когда-нибудь. Меня просто прибивают эти разговоры, блядь. Они вообще... Блядь. Не заканчиваются нахуй. Сколько еще сегодня будет этих звонков? Сходи туда, сходи сюда, сделай это. А нет, не надо все-таки. Я передумал, надо иначе. А нет, вот ты сделала документ? Нет, другое надо было сделать. Ты сделала этот? Нет, надо другое. Мы уже передумали. Около тебя есть Сбербанк, да? Хорошо. Есть еще другой Сбербанк? Нет, надо ехать за час от тебя. Там в другой Сбербанк надо. Алиса, Манескин. Включаю Манескин. Алиса, громкость максимум.
месяц уже, блядь. А как я не люблю пустую болтовню, просто выматывает. Шесть часов с Олегом, и то продуктивнее, чем это говно на 15 минут, блядь. Я уже не могу это слушать, документы, блядь, справки, идите нахуй! Доверенности, блядь. Придумали, передумали, блядь. Я ненавижу беспокоить людей по пустякам и надеюсь, что этого не делаю. Так я жду того же самого. На самом деле не жду. Хотелось бы, но вот все. Нет, малышка, ты чистая, да? Ой. Самое правильное решение было пойти все же на тренировку в 21:30 и взять новые веса. А что я сделала после этого? Вновь позвонила Андрею. Несмотря на все, что пришлось нам вместе сегодня пережить, я позвонила ему. Кстати, он сидел уже в самолете и вылетал ко мне в Уфу на сделку в Стерлитамак. Ну, в смысле, я в Москве, но сделка в Стерлитамаке. А он в Питере. Познакомились мы в Египте 1.5 месяца назад. А потом говорили с Олегом, пока трубка не выпала из рук. Примерно 2 часа до сна. А проснулась я сегодня от тревожности и скованности в спине и даже применяла иголки для того, чтобы боль от них перебила эту скованность. Надеюсь, скоро все наладится, и сделка завершится, и все будет в полном порядке.